И ты сразу согласился пойти на воевать, да, в обмен ну, на это на да, полгода? Потому что вот отсидел много времени, и знаете, как когда сидишь и на одном месте, когда нету ничего, и ну, раньше было все нормально. Лагерь, как сказать, ну, был черный, можно сказать, типа того. Что значит черный? Ну, были там телефоны, там, ну, можно было что-то мутить, там, прокрутить. Ну, как-то было, ну, весело. И люди были, контингенты нормальные, и, ну, было прикольно сидеть. А сейчас, на данный момент, все изменилось, как поменялось новое управление. Вот. Ну, щемить начали, да? Да, и начали щемить. Ну, все зажали и все. Хорошо. Ну, захотелось просто как-то... Разнообразить жизнь, да? Да, разнообразие жизни, можно сказать, типа того.